32 пожара ликвидировали в Югре. На прошлой неделе спасено 5 человек и материальных ценностей на сумму 50 миллионов рублей. Объектами возгорания в большинстве случаев стали жилые дома, бани, гаражи и транспортные средства. А вот основная причина – нарушение правил пожарной безопасности. Так, например, в Нефтеюганске сгорел торговый комплекс. Пожарные боролись с огнем на площади 1000 квадратных метров. Перехода на жилые помещения удалось не допустить, пострадавших нет.